Девчонки, всем большой-большой привет! Я рада вас снова увидеть у себя на канале. И, конечно же, первое, что я вам скажу, это с Новым годом, с наступившим 2023 годом. Мне так непривычно это произносить, потому что, во-первых, я это произнесла сейчас первый раз. Конечно же, я снимаю заранее, это 27 декабря, но в любом случае вы посмотрите это 1 января, потому что, конечно же, мои видео выходят каждую субботу, и я была обязана снять видео для 1 января. Так вот, поздравляю вас уже с наступившим Новым годом. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про все самые классные вещи из 2021 года, самые крутые фильмы, мою самую любимую еду, расскажу вам все-все-все, поэтому, если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть. Не забудьте подписаться на этот канал, если вы вдруг новенький наткнулись на это видео из 2022 года, и вы еще не подписаны на меня, то обязательно подписывайтесь. Видео выходит каждую субботу. И, конечно же, подписывайтесь на мой очень красивый инстаграм. Там должны быть сейчас фотографии из Сочи, с Розы Хутор, из горных каких-то красивых мест. Поэтому обязательно смотрите, подписывайтесь, жду вас там. Итак, начнем с самого простого. Самая лучшая еда за 2021 год. Вы будете удивлены, но это авокадо. Я начала есть авокадо только в 2021 году. Вот такой вот я лох. Я его очень сильно полюбила. Я помню, я его начала есть весной. Я просто в восторге от авокадо. Я его ем каждый день на завтрак. Короче, я теперь не могу просто без него жить. Второй продукт — это шоколад Линд. Я думаю, вы про него уже слышали, если вы смотрели мои видео. Я в этом году тащусь по горькому темному шоколаду. И Линд — это определенно был моим фаворитом. Я перепробовала почти все вкусы. Остался только малиновый. Просто обожаю этот шоколад. Мой самый любимый с перцем и солью. Просто пушка. Любимая вещь была в прошлом году у меня, наверное, мое пальто Dior, потому что, ну, это реликвия винтажная. Если вы не понимаете, о чем речь, то, вероятно, вы не смотрели мое видео про мое винтажное пальто Dior, как оно мне досталось, откуда оно у меня, сколько оно стоило, все по предыдущих владельцев, поэтому обязательно посмотрите это видео, оно очень атмосферное. Подсказка сейчас выскочит сверху, так что смотрите, восполняйте пробелы, а я просто скажу, что это было моей любимой вещью за прошлый год, потому что, ну, это... Я даже думаю, здесь не нужно объяснять, потому что, да, я купила много классных вещей в том году, и после каникул я обязательно сделаю видео, что нового в моем гардеробе, расскажу про все свои новинки. Конечно, большинство из них вы видели в шопинг-влогах, потому что я их делала много, но, тем не менее, есть вещи, которые я вам не показывала. Двигаемся дальше. Я не знала, как назвать этот пункт, но пусть будет открытие года. И я думаю, вы бы никогда мне не поверили, но я вам говорю, что это чистая правда. Я только в 2021 году впервые заказала в Маке креветки, ну, хотела сказать темпура, ну, креветки, короче, как наггетсы, только креветки. Я была в шоке, насколько они вкусные. Я их теперь обожаю, я их всегда беру. И, честно говоря, у меня потеплись линии. Они не сильно отличаются от ресторанных, вот если честно, они офигенные, и я просто раньше думала, что это какая-то ерунда, как в Маке можно брать креветки, они, наверное, какие-то дурацкие, невкусные. Я взяла и просто охренела. Это было летом, точно помню, и с тех пор я постоянно беру креветки с кисло-сладким соусом. Раньше ни разу их не ела, поэтому теперь я их ем постоянно. Вот такое у меня открытие года. Поделитесь в комментариях, кстати, вашим открытием года, вдруг вы тоже что-то узнали такое прям невероятное. Четвертый пункт – это покупка года. Я вам, знаете, что скажу? Я забыла принести эту покупку года, но я за ней схожу, потому что это нужно показать. Минутку. Я вернулась, и я вернулась вот с чем. Господи, нет! Боже мой! Короче, я сейчас их... зажгу обратно, но раз уж я пришла, я хочу вам показать этот космолет. Это, как вы поняли, как вы догадались, это пылесос Dyson. Здесь немножечко пыли, потому что я сегодня пылесосила. Да и в целом нужно сказать, что я теперь пылесошу каждый гребаный день. Теперь можно есть легально печеньки в кровати, потому что как только упали крошки на кровать, чтобы не вытряхивать, да, там их можно вот так их собрать вот этой щеткой. А я, собственно, так и делаю. И вообще, посмотрите, какой он крутой. Он выглядит просто как космический какой-то лазер. И он еще такой звук издает. Я просто от него балдею. Сейчас здесь нацеплена маленькая насадка. У него есть еще огромная вот эта вот...
Огромная эта ручка, ножка, палка, чтобы пылесосить. Просто это лучшая покупка 2021 года. Он миниатюрный, им очень легко пользоваться. Я пылесошу им все, я пылесошу им кровать, я пылесошу им... Я все им пылесошу, и его очень удобно заряжать. Станция, ты его вот так вешаешь, и он заряжается, и все. Короче, я просто... Это реально покупка года. Сначала я хотела сказать, что iPhone, потому что все-таки я на него снимаю, и если бы не iPhone, то ничего бы этого не было. Блин, ну я просто, я его люблю, и хотелось вам очень показать, потому что он компактный, его можно принести сюда и показать. Пойду зажгу обратно свечи, и мы с вами продолжим. Переходим с вами к пятому пункту, это самый крутой сериал. Здесь я не смогла выделить один, потому что есть три кандидата, которые просто... Я от них была в восторге в прошлом году. Они как раз 2021 года выпуска. Первый сериал это «Ход королевы». Конечно же, я его смотрела весной. Это лучший просто сериал, который можно было придумать именно в плане драмы, биографии, спортивной, про шахматы. Я бы его с удовольствием пересмотрела, хотя я никогда не пересматривала, ладно, я пересматривала «Сплетницу» несколько раз и «Отчаянных домохозяек», но я бы с удовольствием пересмотрела «Ход королевы», это просто шикарный сериал, я надеюсь, что вы его смотрели, но если нет, то вам очень повезло, потому что сейчас есть как раз время, чтобы его скачать или там на подписке посмотреть, я вам очень советую этого сделать, если вы его не видели. Второй сериал это... «В ее глазах», я вам про него 100% рассказывала. Опять же, просто крышесносный сериал, особенно его концовка, я была тоже в восторге весной. Так что, если не смотрели, то опять же имейте в виду. И третий сериал, это «Мэйр из Итауна». Кстати, так случилось, что все эти три сериала я смотрела одна без Саши, и я когда ему сказала, что это реально три самых крутых сериала за тот год, я прям расстроилась, что я смотрела их без него, но это такие немножко девичьи сериалы, особенно «Ход королевы» и особенно «В ее глазах». Но меня настолько впечатлил в ее глазах, что я Саше просто пересказала этот сериал. Я ему просто пересказала весь сюжет и, короче, вот так вот. Такие у меня самые крутые сериалы за тот год, поэтому я буду рада, если вы поделитесь своими, и мне просто интересно посмотреть чужие ответы. Так что обязательно пишите в комментариях, какие у вас были самые-самые классные сериалы за предыдущий год. Мне будет интересно, может, открыть для себя какой-то, если я не смотрела, но мне кажется, что я прям... Все, которые выходили, смотрела. И даже Локи я смотрела, но мне что-то не очень понравился. Ладно, двигаемся дальше. Самый крутой фильм. В этом году я не посмотрела крутейших фильмов, потому что их как-то не выходило. Все, что я смотрела, было каким-то, типа, проходным. Но на днях мы сходили, конечно же, на Человека-паука и на Матрицу 4. Что я могу сказать? Человек-паук был просто крышесносный. Я не хочу спойлерить, потому что если я скажу, почему он мне понравился, это будет огромным-огромным спойлером. Но если вы смотрели, вы понимаете, о чем я, то вы поняли, почему он мне понравился. Только из-за этого. Не потому что там какой-то Том Холланд или я обожаю Человека-паука. На самом деле, это вообще мой самый нелюбимый супергерой из Марвел. Я люблю Железного Человека и Тора. Я просто смотрю, ну, меня Саша подсадил на все фильмы Marvel, и я как бы так и смотрю по накатанной, чтобы быть в теме, чтобы не выбиваться из сюжета вселенной и так далее. И Человек-паук мне как бы, ну, не особо. Но то, что было в этом фильме, я в восторге, хотя я... Господи, как бы сказать, что всем не испортить просмотр, кто еще не смотрел. Короче, не то чтобы я реально фанатик, и я такая, вау, но это было очень круто. А Матрица, честно говоря, ну, она... отстойная, потому что первые фильмы «Матрицы», они шикарные, конечно же, они такие, типа, айконик и все дела, а «Матрица новая», такое чувство, что она сделана ради проката, ради денег, она какая-то непродуманная, сценарий немножечко пустой, ничего нового они не придумали, типа, если бы он не вышел, ничего бы не поменялось, вот такое вот странное ощущение, но все равно было прикольно посмотреть на Киану Ривза спустя 20 лет. Как фильм, он хороший, там, естественно, хороший актер, там хорошая графика, он динамичный и все такое, но как франшиза он неудачный. Пишите свое мнение, если вы смотрели «Матрицу» последнюю, и как вам она, и что вы вообще думаете. Я думаю, если бы я успела сходить в кино на «Дом Гуччи» до записи этого видео, я уже не успею сходить. Я думаю, я бы назвала этот фильм, потому что его все очень хвалят. И как раз и драма, криминал, при этом про Гуччи, это прям квинтэссенция всего, что я люблю. Но, к сожалению, не успела посмотреть, но надеюсь, что когда я посмотрю, я не разочаруюсь в этом фильме, потому что реально все говорят, что он просто шикарный.
Двигаемся дальше. Это лучшая песня. У меня на каждый год есть свой плейлист. И вот если открыть плейлист за 21 год, там будет несколько самых крутых песен. Я их сейчас вот здесь вот на экране закреплю, потому что я сейчас не вспомню, я не могу выделить одну, поэтому на экране вот, наверное, 4 там, или 3 самые крутые песни, которые я думаю, что вам нужно заскринить и обязательно найти и послушать. Следующий пункт – это любимый бьюти-продукт. Здесь все просто. Я впервые попробовала продукцию NARS именно для губ, и мне очень-очень понравился карандаш, их самый популярный. Карандаш такой жирненький, он как помада, его очень удобно наносить. Он суперски лежит на губах, не доставляет дискомфорта, хотя все карандаши сушат губы. Этот шикарный, я его обожаю, поэтому именно он будет моим бьюти-открытием 2021 года. 10-й пункт – это лучший канал на Ютубе за 2021 год. Я для себя открыла просто невероятный канал где-то, наверное, в октябре. Я случайно наткнулась на Architectural Digest. Это канал про красивые дома, про дизайн, и они приезжают в гости к знаменитостям, и знаменитости показывают свои дома, рассказывают про свои вещи, про винтажную мебель. Я просто в восторге от такого контента, он меня очень расслабляет, вдохновляет. Я смотрю не российскую версию, а зарубежную на английском, потому что там гораздо больше знаменитостей. Мне не нужен русский перевод, мне не нужны русские субтитры. И, конечно же, мне не нужны русские звезды, потому что там, как бы, мягко говоря, трэш, там нету какого-то вкуса, утонченности. И самые мои любимые выпуски, чтобы вы понимали, о чем я, посмотрите обзор квартиры. Господи, как этого актера зовут, который играл в «Очень странных делах»? Он играл опекуна Eleven. Давайте я оставлю ссылки в описании на 3 самых крутых выпуска из этого канала. Это обзор квартиры в Нью-Йорке у этого актера, потому что она просто потрясающая, там очень много зелени, там какая-то, я помню, была винтажная духовка, вокруг которой он построил всю свою кухню, это пипец красиво. Второй выпуск, который мне безумно понравился, это дом Дакоты Джонсон. Дакоты, как ее зовут? Дакота Джонсон, даже ее зовут, девушка из 50 оттенков серого, хотя я, кстати, их не смотрела. Короче, у нее просто шикарный дом. Он просто деревянный, маленький, в какой-то глуши. Там очень много крутой мебели. Он весь реально деревянный. Там деревянные стены, деревянный пол, очень много света. И третий дом, я просто не ожидала, что мне понравится дом Ванессы Хадженс, потому что я ровно дышу к Ванессе Хадженс. Я ничего про нее не знаю, кроме того, что она раньше снималась в Дисней. Но у нее просто потрясающий дом. Вот эти 3 видео вы должны посмотреть. Очень красивые дома, квартиры. Поэтому я оставлю ссылки в описании. Обязательно гляньте. И последний пункт – это лучшие воспоминания за 2021 год. Было много всего интересного, и, конечно, больше всего мне запомнилась наша с Сашей поездка на Алтай, потому что это просто очень было красиво. Я очень люблю природу, я очень люблю горы. Саша тоже очень все это любит. Если вы не смотрели влоги с Алтая, то я не знаю, почему вы этого не сделали. В общем, это было очень красиво. Дикая природа, дикие животные, вся эта красота горная. Мы были просто в восторге. Так что определенно это было лучшее воспоминание за 2021 год. Вот такие у меня были фавориты за 2021 год. Обязательно делитесь, что вы больше всего любили смотреть, слушать, чем любили краситься. Мне будет очень, правда, интересно почитать. В следующую субботу на этом канале не будет выходить видео, потому что я хочу отдохнуть от монтажа. Я и так буду все праздники снимать для вас влог. Конечно же, я призываю вас посмотреть предыдущие видео, которые вы, может быть, пропустили, или у вас не было времени их посмотреть. Напоминаю вам, что в предыдущем видео с идеями новогодних подарков я разыгрываю подарок для вас, поэтому смотрите видео, участвуйте в конкурсе, напоминаю вам про него. В конце этого ролика хочется подвести небольшой итог по 21-му уходящему году, ушедшему. Мне сложно это сказать, потому что, опять же, я снимаю еще в 2021-м. Я плотно занялась Ютубом, я больше не делаю свечи, и, наверное, об этом стоит как-нибудь поговорить в другой раз. Я помню, что год назад, когда я записывала часть для новогоднего влога, я говорила, что нас типа там 70 человек, сейчас у меня уже практически 1200 человек на этом канале, чему я очень рада. Я очень бы хотела, чтобы мой канал быстрее развивался и рос в следующем году. Я буду прикладывать для этого еще больше усилий. Все-таки в первой половине 2021 года я не выпускала видео каждую неделю, начала это делать только где-то весной.
Поэтому можно сказать, что вот эту 1000 подписчиков я набрала, наверное, с весны по ноябрь, а не за целый год. Но это не сильно меняет суть. В общем, в следующем году я буду снимать больше новых видео. У меня на самом деле расписан контент-план до апреля. Я не сумасшедшая, просто мне правда очень нравится этим заниматься. У меня масса идей, я очень этим вдохновляюсь. Если вы чувствуете это через экран, и вас тоже вдохновляют эти видео, которые я делаю, то я очень рада. Это значит, что я делаю все правильно. Я хочу вам пожелать в новом году тоже не бояться и делать то, что вам нравится, и делать то, что вы считаете правильным. Потому что нет смысла упускать момент, нет смысла упускать возможность. Даже если кажется, что ее совершенно нету, всегда стоит пробовать, всегда стоит начинать, не стоит бояться. Я надеюсь, вы классно провели вчера время, встретили Новый год в компании родных и близких, и сейчас мне очень приятно, что вы смотрите это видео. Это значит, что я тот самый человек, с кем вы хотели бы разделить утро 1 января. Это клево. Спасибо, что смотрели меня весь этот год, спасибо, что поддерживали. Дальше будет еще больше, круче, и я надеюсь, что и в 22-м будете со мной. Не забывайте подписываться на этот канал, скоро будет еще больше всего красивого и интересного, я обещаю вас не разочаровать в 22-м году. Хочу хлопнуть эту хлопушку, это будет у меня новогодняя традиция, в прошлом году была вот такая здоровенная. В этом году, я не знаю, я почему-то об этом не подумала, просто купила маленькую. Ну что, получается, с Новым годом! Все. До встречи в новых видео.